Я мог бы сказать тебе это раньше. Никаких глупостей, ясно? Освободим город. Ты чего хочешь? Многие хотели сделать это со мной. И ты первый, кто достоин это сделать. Но нас с тобой всего двое. Будет чертовски трудно. Подумай хорошенько. Подполье поддержит нас. Давай сражаться сейчас. Тогда чего мы ждем? Следуй за мной. Я буду сражаться, пока не умру. Проклятые орки! Кабдун освобожден, и ты тоже. Спасибо тебе. Если бы ты не помог мне, они бы меня убили. Я останусь поднимать здесь сопротивление. Каждый отвоеванный город будет укреплять тыл короля. И еще, если ты когда-нибудь пойдешь в Монтеру, поищи там волчье логово на юге от города. В нем ты найдешь меч. Он меня еще ни разу не подвел. Я спрятал его там перед тем, как Гамаль взял меня в плен. Если ты принесешь его мне, то в убытке не останешься. Твой меч у меня. Честно? Дай-ка взглянуть. Я благодарю тебя, друг. Позволь мне наградить тебя за твою службу. Тебе пора идти.
Но их время подошло к концу, ибо на то была воля Аданоса. Но Аданос вызвал потоп, и они были смыты с лица земли. Сломано. Это полный успех. Спасибо, чужак. Я буду поминать тебя в своих молитвах. Возьми вот это. Пусть это помогает тебе на путях твоих. Ты парень, что надо. Прекрати колдовать. Умный мальчик. Ты осла!
Убери оружие! Прекратите! Ты осмелился меня ударить? Поговорим. Я тебя прикончу. Эй, ты! Ты чего здесь околачиваешься? Там ничего нет. Мы еще поговорим. Эй, ты! Ты чего здесь околачиваешься? Там ничего нет. В следующий раз ты так легко не отделаешься. Оставь меня в покое! Сперва передохну. Проклятие. Больно-то как. Проклятие. Какая боль! Моя голова! Моя голова! Убрать оружие! Вы прекратите! Покажи. Ты парень, что надо.
Кабдун освобожден. Это очень хорошо, друг мой. Теперь мы обратим все свои усилия на восстановление прибрежного района. Вот твоя доля. А нам нужно продолжать борьбу за короля. Поговорим попозже.